Многие из вас наверняка заметили, что этот курс основывается на СБД Postgres. Были подозрения? После второго ЭК точно поняли, что где моя скрыть. Вот. Значит, некоторые наверняка знают, что в предыдущем семестре этот же курс шел по СБД MySQL. Сегодня будет последняя лекция по реляционным СБД, и она будет посвящена сравнению Postgres и MySQL. Значит, о чем сегодня пойдет речь? Первое, об архитектурных особенностях MySQL. Собственно, что с ним не так, что в нем хорошо, что в нем плохо. О том, как у него работает планировщик запросов, о том, какой функционал в MySQL есть и отсутствует в Postgres, то есть, и базовые параметры, которые необходимо потрогать, если вы хотите настроить у себя локально MySQL по какой-то причине. Значит, начнем с архитектуры. Архитектурно MySQL состоит из нескольких слоев. Первый слой — это движок, который отвечает за то, как будет обрабатываться запрос. Он знает все метаданные, которые есть о всех таблицах, о всех базах данных, о пользователях. И занимается вот этим, вот эта информация у него есть. И отдельно идет хранилище. Хранилище занимается тем, что хранит данные на диске. То есть, собственно, работа с диском. Причем основная особенность, фича, так сказать, MySQL в том, что эти хранилища подключаемые. Их может быть несколько. Они могут быть разные. Можно при желании писать свои хранилища. Ну, здесь перечислено какое-то из них количество. Вот, InnoDB, MySAM, кластер, архив, merge, memory и так далее. Более подробно сейчас остановимся на некоторых из них. Значит, первое, что важно понимать, то, что хранилище реализовано именно в виде подключаемых модулей. То есть есть строгое API, реализовав это API, можно реализовать свое волшебное хранилище, которое будет как-то по-своему раскладывать данные на диске, либо строить какие-то свои волшебные индексы. Значит, и тут у MySQL есть явный конфликт интересов. Вот этот конфликт интересов проходит через всю его внутреннюю логику красной ниточкой. Первое. Чтобы хранилище можно было реализовать в виде подключаемых модулей, они должны иметь застандартизированное API, и это API должно быть как можно проще. Основная часть, так называемый движок MySQL, должен знать о хранилищах как можно меньше. В то же время, при выполнении запроса, информация о том, как лежат данные на диске, является крайне полезной. О том, какие есть индексы, как эти индексы, какая стоимость поиска по этим индексам, как данные лежат на диске, как они соотносятся с кэшированием и так далее. Плюс при выборке данных иногда имеет смысл вот выбирать по диапазонам индексов и так далее. То есть разные вещи, которые могут быть, и движок должен взаимодействовать с хранилищем и знать о нем как можно больше. То есть, с одной стороны, если мы хотим делать подключаемые хранилища, API должно быть как можно более лаконичным, как можно более простым. С другой стороны, и мы должны как можно меньше информации знать о хранилище. С другой стороны, если мы хотим эффективно обрабатывать запросы, то API должно быть как можно более полным, и знать о том, как лежат объекты на диске, мы должны как можно больше. То есть вот эти вот два условия соблюсти нельзя. Вот что, либо что-то одно, либо что-то другое. И эта особенность, она в MySQL накладывает отпечаток на все. Ну, поехали. MySAM. Исторически первым хранилищем в MySQL, так называемое вот хранилище, которое является частью MySQL и неотъемлемой частью MySQL, было хранилище MySAM. Оно позволяет хранить данные на диске, оно не транзакционно. Оно полностью на блокировках, конкурентный доступ обеспечивает полностью на блокировках. Оно не поддерживает ACID ни в каком виде, то есть durability отсутствует как таковое. Если мы записали данные, коммит прошел, то в общем-то после перезагрузки не факт, что у нас будут эти данные на диске. Не поддерживает
никакой консистентности, при отсутствии дюрабилити тоже не, и атомарности речи не идет. То есть мы записали данные в одну таблицу, записали данные в другую таблицу, неудачно перезагрузили сервер, и у нас данные в одной таблице есть, в другой таблице они еще, их еще нет и никогда не будет. Оно поддерживает уровень изоляции грязное чтение, если очень хочется. Вот. И требует либо ручного восстановления данных, либо автоматического. То есть, если вы перезапустили ударом ноги по резету сервер, то после этого MySum таблицы находятся в состоянии, в поврежденном состоянии, они должны быть либо восстановлены в ручном виде, либо восстановлены в автоматическом виде. Все зависит от того, как это было настроено системным администратором. Индексы в MySum кэшируются отдельным способом. Важная особенность всех хранилищ то, что каждое хранилище поддерживает свою политику индексов, свою политику кэширования. MySum явно кэширует индексы, он держит их в памяти. Поддерживает полнотекстовый поиск. До версии MySQL 5.6 это было единственное хранилище, которое поддерживало полнотекстовый поиск. То есть, если вы хотите полнотекстовый поиск, то значит вы не хотите транзакций. Если вы хотите транзакции, значит вы не должны хотеть полнотекстовый поиск. Сейчас уже не так, но это сравнительно недавно. И можно ему сказать, чтобы данные писались чуть попозже. То есть отложенная запись ключей, когда индексы записываются несколько позже, чем сами данные. Вторая подсистема хранилища InnoDB, она значительно моложе, чем MySum. И это, наверное, вот самые популярные хранилища это MySum и InnoDB. InnoDB позволяет делать почти все то же самое, только еще и транзакционно. То есть там поддерживаются транзакции, отдельный журнал транзакций, отдельная логика кэширования. InnoDB кэширует данные несколько иначе, нежели их кэширует Postgres, он выделяет большой блок памяти под данные, и потом, собственно, как бы, если данные в кэше есть, то есть, если нет, тогда он оперирует уже к дисковой подсистеме, и в большинстве случаев он может обойтись при выборке данных без системных вызовов, которые, в общем, дорогие. InnoDB поддерживает кластерные индексы. Собственно, любая таблица в InnoDB является частным случаем индекса, только в котором еще и поля для мультиверсион контрола. InnoDB поддерживает foreign key. И InnoDB использует для сохранности как MVCC для того, чтобы позволить читать данные, которые изменяются в других транзакциях, так и сами транзакции, чтобы обеспечивать, так и блокировки, чтобы обеспечивать уровень изоляции. Соответственно, он сам отслеживает дедлоки автоматически. Да. Нет. Еще одна подсистема хранения — это память, memory. В общем-то, что про нее можно сказать? Все данные лежат в памяти. Создали таблицу, записали в нее данные, они лежат в памяти, перезагрузили сервер, нет данных. Пока не перезагружались, данные есть. Перезагрузились, данных нет. Из интересных особенностей поддерживаются хэш-индексы, не поддерживаются текстовые поля, блоб-поля, варчар-поля, то есть поля с переменной длиной. То есть формально вы можете создать варчар-поле на, там, условно говоря, мегабайт при желании, но и оно создастся. В чем проблема? Проблема в том, что во всех столбиках всегда, ну точнее в каждом кортеже данное поле будет занимать мегабайт. То есть в памяти хранятся данные в режиме фиксированной длины. Используется оно для каких-то промежуточных значений и, в общем-то, когда вот нужно делать какие-то маленькие хитрые запросики. Собственно, вот такие вот три подсистемы хранения. Когда выбирается подсистема хранения, надо в MySQL понимать вообще, зачем оно вам нужно и какие ограничения вы можете
какие ограничения у вас есть, что вы хотите. То есть смотреть на транзакции. Если вам нужны транзакции, ваш выбор InnoDB. Если вам нужен конкурентный доступ, то либо InnoDB, ну, то, собственно говоря, InnoDB и MySAM обеспечивают его по-разному. В случае с InnoDB у вас есть Multiversion Control, в случае с MySAM у вас любое изменение записи блокирует всю таблицу. Потом, как вы собираетесь бэкапить все это дело? Если вы хотите физический бэкап, то в случае с каждым движком он будет делаться разными средствами. Отдельное средство для снятия бэкапа через MySAM, отдельное средство для снятия бэкапа через InnoDB. Ну, есть, конечно, универсальный вариант, это остановить UBD, забэкапить все, запустить UBD, но если мы хотим бэкапить на живую, то там будет разный инструментарий. Помнить о том, что MySAM не восстанавливается после сбоя, ну, как бы, может потерять данные после сбоя. И если мы хотим, чтобы не приходилось звонить в 2 часа ночи, ну, никто не звонил в 2 часа ночи, надо как-то настроить, чтобы он либо восстанавливался сам, либо использовать InnoDB. Вот. И плюс у разных хранилищ есть разные возможности, которых нет в других хранилищах. В MySAM долгое время была киллер-фича полнотекстовый индекс, который в InnoDB появился совсем недавно. В InnoDB транзакции, в InMemory хранилищах, соответственно, скорость. Вот. Ну вот здесь вот небольшой момент, как они распределены касательно скорости, надежности и, в общем-то, то есть доступности данных. Есть еще забавные хранилища, это, например, можно, есть хранилище типа null, когда все, что мы пишем в таблицу, отправляется прямиком в defnull. Писать туда можно с безумной скоростью. И читать как не очень. На самом деле там все время быстро возвращается результат, только он всегда пустой. Вот. Такое сжатие до 0 байт. Есть забавные хранилища, которые позволяют читать напрямую из CSV файлов. Там нет никаких индексов, файл всегда читается целиком, но иногда бывает полезно. То есть их много разных. Есть хранилище архив, оно позволяет писать данные, пишется как MySAM, но еще и к ZIP-ам жмется. Правда, там с восстановлением после сбоя все еще хуже. Итого, если мы хотим использовать базу данных для сбора каких-то логов, и когда нам нужно писать много, мы не боимся потерять небольшой кусок данных, при этом хотим еще писать компактно, то разумно использовать MySAM. Если нам сжатие до зарезу нужно, то, соответственно, использование архивов. Если мы хотим по этому делу строить отчетики, то может понадобиться еще и мерч-хранилище. Мерч-хранилище позволяет объединять несколько, делать вид, что эти несколько таблиц работают как одна, такое ручное партиционирование. Если мы хотим работать в основном на чтение, то есть пишем крайне редко и не боимся того, что запись будет потеряна по причине того, что мы это делаем крайне редко, тогда MySAM тоже может быть полезен, потому что чтение из MySAM таблиц, оно не подвержено никаким накладным расходам на мультивершн и так далее. Если мы хотим, чтобы все работало надежно, то и на DB. Без вариантов. Если мы хотим распространять приложение на компакт-дисках, на компакт-флешках, на компакт-перфокартах, нужно подчеркнуть, то может быть полезным опять-таки MySAM, либо какие-то еще сжатые варианты хранить. То есть тут надо думать, что мы хотим получить в конечном итоге. Разные варианты предлагают разное использование. То есть это и сильная, и слабая сторона MySQL, то, что с этим вообще-то говоря, можно играться. Как следствие, поскольку хранилище данных лежит совершенно отдельно, мы получаем ряд неприятных особенностей. У нас есть метаданные, которые в себе содержат информацию о таблице. И движок должен знать. Он должен знать, какие у таблицы столбики. Ну, грубо говоря.
При этом хранилище, очевидно, тоже это должно знать. Движок хранит эту информацию в обычных файликах, она не транзакционна. Как следствие, любое изменение схемы данных меняется не транзакционно. Например, мы захотели добавить столбик, и любой alter table, который был, alter table add column, автоматически завершает текущую транзакцию и начинает новую. То есть, если в Postgres вы можете сказать там alter table, добавили столбец, еще что-то там добавили столбец, еще что-то добавили столбец, удалили половину записей из таблицы, потом решили, что что-то пошло не так, либо у вас отключилось питание, делаете rollback, в случае с отключением питания rollback произойдет автоматически, у вас сервер восстановится, он восстановится на начало транзакции, у вас как будто этих alter table не было. В случае с MySQL у вас будет состояние, которое было на момент до последнего alter table. Несмотря на то, открывали вы транзакцию, не открывали вы транзакцию, и на DB, и MySAM, что у вас там за хранилище, неважно. Но вот изменение схемы данных, оно не транзакционно. Еще одно неприятное, один неприятный момент, это то, что alter table дорогой. Допустим, вы удаляете столбец. Как это работает в Postgres, в MS SQL и в куче других СУБД? Берутся метаданные таблицы, и там сказано, что этого столбца отныне не существует. Все. Эта операция выполняется примерно за константное время. То же самое, если вы берете и говорите, что теперь мы разрешаем в этом столбце хранить null значение. Либо мы добавляем столбец, который, в котором можно хранить null значение. Это просто меняются метаданные. Ничего другого производить не надо. В случае с MySQL возникает неприятная особенность. Надо поменять эти данные в движке и надо спустить знания от изменения метаданных в хранилище. Самый простой способ реализации этого дела, который, собственно, и реализован в MySQL, создать новую таблицу, сказать хранилищу, а теперь копируй данные отсюда сюда и удалить старую таблицу. То есть вы удаляете столбец на таблице, в, условно говоря, в 20 гигабайт, и у вас пошли копироваться 20 гигабайт в соседний файл. Потом, соответственно, таблицу удалили, все хорошо, все замечательно, только вот долго. Что мешает поменять метаданные? API. У вас хранилище подключается через... Это плагин. Соответственно, чтобы реализовать возможность изменения метаданных, нужно, чтобы с одной стороны API поддерживала возможность передать в хранилище эту информацию о том, что надо как-то поменять метаданные. Во-вторых, хранилище должно, все хранилища должны поддерживать это поведение, либо должен быть какой-то failback вариант, когда вот мы не умеем это делать, ну, то есть наше хранилище глупое, оно ничего не умеет, давайте мы будем работать по-другому. Ну и соответственно, возникает вот эта вот неприятная особенность. То есть, если у вас одно хранилище, это не проблема. Если у вас этих хранилищ много, часть из них реализована сторонними организациями, тогда у вас начинаются проблемы с тем, что просто так, во-первых, расширить API — это отдельная история. А во-вторых, ну, как-то вот... Если эта операция выполняется очень часто, да, это имеет смысл. Если люди могут потерпеть, ну окей. Никто этого делать не будет. То есть это вот плагины, либо расширяем API, либо делаем каким-то другим способом, который работает. В случае с alter table они сделали вот так. Технически можно взять, сделать pull request, написать этот код, залить его, может быть его запрувит, он попадет в какую-то из следующих версий. Кстати, насколько я знаю, часть запросов, она вот как-то проталкивается, чтобы они обрабатывались быстрее. Ну, в контексте, как минимум, и на DB. Есть еще один неприятный момент. В
связаны с хранилищами, это не все хранилища поддерживают мультиверсионность. Ну, собственно говоря, не все, это очень громко звучит. На самом деле, только одно хранилище поддерживает мультиверсионность из коробки. Это InnoDB. Остальные живут на блокировках. То есть, если мы хотим обновить запись, мы берем всю блокировку на запись. Эта блокировка на запись ждет, пока будут освобождены все блокировки на чтение, захватывает монопольную блокировку, изменяет запись, снимает блокировку, и дальше можно читать. Пока мы обновляем данные, читать нельзя. Из-за этого есть контракт, который гласит, что приложение должно получать результат выборки на максимальной скорости. По крайней мере, этот фокус на эту проблему я наступал в Java. Суть сводится к следующему. Вы берете на большую таблицу, скажем, ну, таблицу возьмем гигабайт 30, так вот, для простоты. Делаете select звездочка. Вам нужно просто локально получить все эти данные. И начинаете читать их по сети. Что произойдет в этой ситуации, как вы думаете? Нет, то, что он отправит все 30 гигабайт, это нормально. Ну, есть, какие есть еще варианты? Передача прервется, отправится 30 гигабайт. Что может произойти? Java. Мы делаем select звездочка. Crash out of memory. Почему? Мы выгребаем данные и как-то их обрабатываем. На это тратим какое-то время. Сервер данные шлет. На стороне JDBC-драйвера они будут максимально быстро выгребаться из сокета и складываться в локальную кучу. Куча заканчивается. Упс. В большинстве случаев это реализуется несколько другим способом. На стороне сервера есть какой-то курсор. И пока мы выгребаем данные, он движется вниз. Сервер, и сервер просто отдает данные по требованию. Есть какое-то окно, там условно говоря, на 100 записей, которые есть на клиенте, переданные сервером. Если на клиенте больше записей, чем это окно, сервер ничего не передает, он просто ждет. MySQL этого не делают. Почему? Потому что пока мы читаем данные, никто другой их не может менять. По крайней мере, в контексте MySAM. То есть во многих случаях это важно. И такое поведение в Java по умолчанию. Если мы хотим, чтобы она читала данные построчно, надо выполнить вот такую вот волшебную конструкцию. Понятная идея, нет? Еще одна неприятная особенность. Это в MySQL есть репликация. И репликация эта живет внутри движка. Хранилище про нее ничего не знает. Вообще. При этом, для того, чтобы данные можно было реплицировать, сервер, на который пишется реплика, он, в общем-то, может быть офлайн в этот момент. Никто не гарантирует, что он будет онлайн. Соответственно, эти изменения надо куда-то записывать. Записывать их надо в журнал. Если мы поменяли данные, они пишутся в журнал. Для обеспечения durability InnoDB также ведет журнал. Этот журнал уже находится на уровне хранилища. Это другой журнал. Не тот журнал, который используется для репликации. Это тот журнал, который используется для хранилища. Хранилище ничего не знает про репликацию. Репликация ничего толком не знает про хранилище. И мы получаем неприятную особенность, когда данные пишутся непосредственно в два журнала. То есть, по идее, скажем так, в случае с Postgres, в случае, когда у нас есть реплика, мы пишем данные в один журнал, в MySQL мы пишем данные в два журнала. Ну и, соответственно, использование репликации на нетранзакционных движках — это мина замедленного действия. Рано или поздно оно развалится. Если вы пытаетесь использовать репликацию вместе с MySAM, ну, что поделаешь. Сами себе злобные буратины. Репликация в MySQL только логическая. Почему логическая? Потому что MySQL ничего не знает о том, как данные лежат.
эта информация выделена в другой модуль, который отделен от узкой прослойки IP. Тем не менее, несмотря на то, что это логическая репликация, ее есть аж три вида. Statement-репликация, row-репликация и mixed-репликация. Statement хронологически появилась первым. Что это такое? Мы выполняем запрос на мастере. Этот же запрос, вот как он есть, исполняется на слейве. Мы берем, пишем insert into full 1.2, и этот же запрос идет на слейв. Мы пишем на мастере insert into full 1 random, и этот же запрос идет на слейв. Мы пишем на мастере delete from full limit 100, и этот же запрос вот ровно в таком же виде идет на слейв. Внезапно выяснилось, что куча вариантов запросов на слейве и мастере ведут себя несколько по-разному. Ну, например, волшебная функция random почему-то иногда возвращает разные значения при выполнении одного и того же запроса как на мастере, так и на слейве. Всякие конструкции типа delete limit, update limit, когда задается количество записей, которое будет обновлено. То есть в MySQL можно указать, что мы хотим удалить 100 записей. Не больше 100 записей. Вот. Тоже ведет себя по-разному. Почему? Потому что порядок того, как записи хранятся на диске, не детерминирован. Никто его нам не обещает. Порядок, в котором будут записи удаляться, тоже никто не обещает. И в обоих случаях будет удалено действительно не больше 100 записей. Но это могут быть разные записи. В общем, statement-репликация ровно в таком виде, в виде именно statement-репликации, используется крайне редко и обычно весьма отчаянными людьми. То есть, почему? Потому что данные начинают расходиться. Поскольку у нас еще репликация логическая, отследить момент, с какого данные у нас пошли в разнос, очень трудно. То есть у нас есть слейв, он работает, у нас есть мастер, он работает. Они хорошо работают, у них большая загрузка CPU, они отдают данные, но отдают разные данные, на них лежат разные данные. Вроде бы синхронизированы, а данные разные. Вот узнать о том, что данные разошлись, можно в двух случаях. Либо когда оно выстрелит в ногу. Ну, например, вы посчитали сумму денег на счету на мастере, сумму денег на счетах на слейве, и внезапно получили разные цифры. Схватились за голову, начали искать причину. Либо когда у вас почему-то репликация остановилась. То есть пришел запрос, который не может выполниться, потому что данные, которые нужны для его выполнения, в общем-то отсутствуют. В случае со statement-репликацией добиться такого запроса – это отдельное искусство. То есть нужно, чтобы не просто данные были другими, а чтобы он наступил на какой-то вот constraint. Либо foreign key, либо, собственно, уникальный ключ. Потому что мы удаляем запись по идентификатору, тут удалили, она удалилась хорошо, тут удалили, ну нет ее. Ну, в общем-то, все тоже хорошо, ошибки нет. Когда в MySQL это дело осознали, они пришли к выводу, что, в общем-то, нехорошо получилось. Надо как-то эту ситуацию выправлять. И они сделали row-based репликацию, когда данные меняются, и в реплике идет информация о том, какая запись на какую запись изменилась. Состояние записи до, состояние записи после. Реплика находит эту запись по primary key и меняет. Вроде бы все хорошо. Запросы для модификации схемы летят ровно так же, как они шли. То есть как он шел текстом, так он и идет текстом. Если вести аккуратно работу, то row-based репликация выглядит относительно надежно. К сожалению, обнаружилось, что если мы выполняем большие делиты, большие апдейты, пачкой записей, то возникает неприятный эффект. Мы отправили запрос delete from foo. И в этом делите, собственно говоря, будет удалено 1000 записей. В случае со statement репликацией будет отправлен вот этот маленький несчастный delete.
случае с RAW-базе репликации будет отправлено 1000 записей, которые подлежат удалению. Отправка 1000 записей, которые подлежат удалению, это резко возрастает трафик. И многие сказали, ай-яй-яй, беда-беда, давайте мы будем пользоваться каким-то промежуточным вариантом, когда, с одной стороны, мы можем удалять, мы можем отправлять маленькие запросики, когда это надо, и изменение строк, когда у нас запрос опасный. И вот это вот порождение называется mixed репликация. Когда для всего, что можно, отправляется RAW-базе репликация, ой, не RAW-базе, statement репликация, именно запросы. И в случае, если у нас есть запрос, который MySQL считает опасным по какой-то причине, он отправляет именно RAW-репликацию для него. То есть выбор о том, что будет отправляться, собственно, запрос или изменение строк, выполняется на базе самого запроса. Так, значит, какие особенности у репликации MySQL? Еще раз повторю. Первое. Репликация провоцирует больше записей на диск, чем это обычно происходит в других случаях. Потому что, как минимум, мы пишем журнал транзакций для самого движка и журнал репликации. Хотим мы того или нет, писать надо больше, чем без репликации. Неочевидная особенность репликации заключается в том, что все транзакции выполняются по очереди на реплике. Это порождает очень забавный эффект. Ну, забавный, пока он не начинает докучать. У вас есть мастер, он выполняет запросы параллельно, они что-то меняют, меняют кучу данных, он группирует эти транзакции и коммитит их пачками. И все хорошо, он меняет записи параллельно, количество флашей относительно небольшое, все хорошо. Прилетают те же данные на реплику, и реплика внезапно выполняет эти же запросы, изменяет эти же данные, но по очереди. Для SUBD последовательное выполнение запросов – это, наверное, самый неудачный профиль работы. В результате мы получаем неприятную ситуацию, когда на реплике, которая вроде бы никакой полезной работой не занимается, кроме как воспроизводит изменения с мастера, должно быть более производительное железо, чем на мастере. В противном случае оно начинает перманентно отставать. То есть у нас есть сервер под нагрузкой, который пашет за двоих, и у нас есть сервер, который просто содержит в себе копию базы. И сервер, который содержит в себе копию базы, на который не ходят никакие пользователи, должен жить на более производительном железе, чем сервер, на котором, собственно, рабочая нагрузка. Ну, такой вот перекос неприятный. Между журналами, два журнала, мы получаем двухфазный коммит. Дорогой двухфазный коммит на ровном месте в рамках одного процесса. Я считаю, это вообще прекрасно. И репликация хрупкая. Есть ряд запросов, которые гарантированно ломают. При реплике надо учитывать о том, что она вообще-то говоря существует. То есть, если у вас реплика существует, вы должны знать об этом и писать запросы так, чтобы ее не сломать. Ну, например. Как вы думаете, почему этот запрос гарантированно ломает реплику? Ну, для начала понятно, что он делает в целом. Вот он ломает реплику с высокой вероятностью. Почему? Автоинкремент. Ну хорошо, автоинкремент. Ну и что? Автоинкремент — это слово такое волшебное. Оно никак не отвечает на вопрос, почему этот запрос ломает реплику. Ситуация следующая. Что здесь происходит? Здесь берется несчастная таблица foo. К ней добавляется столбик ID. Он перелопачивает все записи, и там будут разные ID-шники? Он перелопачивает записи в разном порядке.
на реплики и на мастеры. Айдишники он выдает по порядку, а вот записи, которые он перелопачивает, их порядок никем не определен. В результате мы получаем неприятную особенность, что одна и та же запись на мастере и на реплике может получить разный идентификатор. Ну, дальше счастливая отладка. Восстановление из бэкапов и прочие ништяки. Причем важный момент в данной ситуации то, что никаких ошибок на мастере не произойдет. Никаких предупреждений. Все хорошо, все замечательно, у вас все отработало, но данные разошлись. Так, по хранилищам еще какие-нибудь вопросы есть, так, которые очень хочется задать, но вы стесняетесь. Есть какие-нибудь достоинства? Достоинства от чего? Ну, хранилища этих мастеров. Некоторые хранилища поддерживают достаточно веселый функционал, который может пригодиться. Ну, например, можно сделать сжатые MySAM таблицы, записать всю эту программу на диске и раздавать у метро. Вот. Есть, я лично пользовался, например, архив-хранилищем, когда надо было складировать логи от проксика. То есть есть прокси, прокси пишет логи, пишет их с чудовищной скоростью, безумное количество запросов, кто на какие, значит, сайты ходил. Это во времена дорогого интернета было. И, собственно говоря, эти сайты записывались, писали много на диск и писать не успевали. В случае с архив-хранилищем получалась такая ситуация, когда они пишутся и сразу же запаковываются газипом. Очень компактно. Вот. Один раз часть данных была потеряна, потому что сервер неудачно стартанул, и он не смог продолжить писать в ту же самую архивную таблицу. И сложился. Вот. База была потерта, восстановлена. Ну, в пустом состоянии какие-то изменения. Часть там, час времени был потерян, ну, в общем-то, и черт с ним. То есть возможны хитрые ситуации, когда это бывает полезно. Можно сделать свое волшебное хранилище, которое будет отправлять данные куда-то на деревню дедушки Константину Макарычу. То есть вы записываете данные, он их будет как-то вот хитро перелопачивать и отправлять куда-то. Можно взять хранилище, доработать его напильником, чтобы он писал все данные в зашифрованном виде. Ну, то есть есть разные любопытные особенности, которые позволяют выполнять весьма веселые штучки. В контексте InnoDB, например, был достаточно забавный проект, я не помню, как он называется, который добавлял к хранилищу возможность доступа по API memcached. То есть у вас есть таблица, вы можете к ней работать через SQL, а можете взять и постучаться через API memcached вот просто напрямую по индексу. Вот такой вот новый SQL вариант. То есть эти вот особенности, они эксплуатируются. Есть отдельная реализация кластерных хранилищ. То есть напильником оно дорабатывается очень активно разными людьми, и это вот такая вот, с одной стороны, полезная особенность, с другой стороны, от нее очень много проблем. Планировщик запросов. Ну, поехали. Планировщик запросов в MySQL не славится интеллектуальностью. И, в общем-то, по моим ощущениям, он такой слабенький и достаточно прямолинейный. То есть, если вы ему говорите копать, он будет копать. Если вы ему говорите не копать, он не будет копать. И вызвано это в первую очередь тем, что у него немного пространства для маневра. Он не знает о том, как лежат данные на диске. У него нет этой информации. Он не может передать в хранилище хитрые варианты, ну, спустить вниз до хранилища варианты фильтров и так далее. То есть, например, одна из особенностей MySQL заключается в том, что когда выполняется запрос, и там выполняется выборка не по индексу, а по значению поля, то есть нельзя воспользоваться индексом для выборки поля, он из хранилища данные выдергивает и отсекает их именно на уровне движка.
В результате у планировщика MySQL очень мало пространства для маневра, с которым вообще ему приходится. Ну, и он выглядит достаточно печально на фоне своих конкурентов. В нем поддерживается только один вариант связывания таблиц. NestLog. Все. Засим закончили. И он ничего не знает про особенности, которые реализованы на стороне хранилища. Например, foreign key реализованы на стороне хранилища. Триггеры реализованы на стороне хранилища. Это порождает весьма любопытные особенности. Например, если вы удаляете какую-то запись из родительской таблицы, из дочерней таблицы удаляется запись по foreign key, триггер, и триггер, и на дочерней таблице есть триггеры, то эти триггеры выполнены не будут. Потому что движок про foreign key ничего не знает. Не знает он про то, что будет вообще происходить это удаление. Для него это будет неожиданностью. Удаления с его точки зрения нет, триггеры не вызываются. Все хорошо. Поскольку у него нету никакого связывания, кроме nested loop, то получается весьма грустная ситуация, когда другие СУБД могут применить merge join. Ну, например, простой вариант. Выбираем данные из одной таблицы, выбираем данные из другой таблицы и сортируем их. Если у нас есть индекс по title и в таблице foo, и в таблице var, то в контексте MySQL это нас никак не спасет. Он выберет все данные из foo и все данные из var во временную таблицу, отсортирует ее и выдаст результат. Если таблицы большие, это займет некоторое время. В случае, скажем, с Postgres, если есть индекс, данные будут выбираться из foo и из bar, связываться через merge join и сразу же выдаваться в ответку. То есть результат будет доступен сразу. В случае с MySQL еще дополнительная файловая сортировка, которую надо подождать. И планировщик очень плохо пробрасывает данные внутрь запросов. То есть, если у вас есть подзапрос, который нетривиальный, в данном случае нетривиальным его делает наличие сортировки, то с высокой долей вероятности он выполнится целиком, и только потом уже будет происходить фильтрация по полю. Хотя, понятно, что можно выполнить запрос select title description from foo order by where title like zombie order by title. И этот запрос будет выполняться эффективно. Вот в таком виде он будет выполняться неэффективно. Ну, по крайней мере, в MySQL 5.6. То есть, вот эта особенность, например, делает практически бесполезные представления. Вот что первое, что второе, делает представление вьюшки практически бесполезным. Потому что с высокой долей вероятности, если у вас вьюшка не является тривиальной, пробросить поля, по которым фильтруется уже выборка из самой вьюшки, не получится. Она будет всегда выполняться целиком. Так, поехали. Еще одна неприятная особенность MySQL, про которую нужно знать, и про которую разбилось много студентов на РК третьем. У вас этого, слава богу, нет. Это отличие между равенством и конструкцией in. Вот если вы посмотрите на вот эти два запроса, то они синтаксически разные, но с точки зрения того, что они делают одно и то же. То есть они должны вернуть абсолютно одинаковый результат. Ну, с поправкой на то, что порядок записи не детерминирован. Если мы возьмем случай с Postgres, то так и будет. У них будет одинаковый план выполнения запроса и одинаковый результат. Все хорошо и замечательно. Причем в случае наличия индекса по полю FilmID, он будет выполняться следующим образом. Берется индекс, из него, значит, берется
все фильмы, у которых фильм ID равно 1, берется этот же индекс, берутся из него все записи, у которых фильм ID равно 23, все записи, у которых 25, все записи, у которых фильм ID 106, все записи, у которых фильм ID 277. Как вы думаете, что будет в случае с MySQL? Есть предположение? А вы говорили уже, один будет проходить полностью, то есть от одного подряд, 1, 2, 3, 4, 5. А какой как? А это я уже... По-моему, in пройдет от 1 до 277. А по-моему, наоборот, or. In будет выполняться эффективно. Вот, да, он будет 1, 2, 3. Он возьмет индекс, пройдется по фильм ID 1, фильм ID 23, фильм ID 25, фильм ID 106, фильм ID 277. В случае с OR будет выполнено следующее. Он посмотрит, ага, у нас тут целых 5 значений. Какое из них самое маленькое? Самое маленькое у нас 1. А какое из них самое большое? Самое большое у них 277. Мы берем индекс и идем по индексу с 1 по 277 запись. Сравнивая значения на равенство между 1, 23, 25, 106 и, соответственно, 277. То есть в этом случае будет просмотрено 5 областей индекса, каждая из которых соответствует одному значению фильма ID. В этом случае будет просмотрена одна область, которая содержит диапазон между с 1 по 277. Если тут, упаси Господь, будет не 277, а что-то еще большее, то разница будет еще более заметная. Понятная идея. Еще раз повторюсь, в случае с Postgres такими мелочами забивать голову не надо. Delete. Как вы думаете, в чем проблема данного запроса? Верхний запрос. Delete from T1, V, T1 ID, in, select T2 ID from T2. Вот такой вот. Во-первых, что он делает? Запрос удаляет какую-то переменную, проверяет. Он удаляет из таблицы T1 все записи, которые перечислены в таблице T2. Достаточно простая конструкция, весьма распространенная. Хочу отметить еще один момент. Вот этот вот синтаксис, это, в общем-то, единственно правильный с точки зрения стандарта синтаксис удаления. То есть, если в Postgres можно сделать delete using, в MySQL delete from join, то в стандарте вот такая вот конструкция. Как вы думаете, каким образом выполняется этот запрос на MySQL? Ваш вариант. Могу дать подсказку, придумайте самый неэффективный способ. Как коррелирующий? Да. Он выполняется как коррелирующий подзапрос. То есть берется первая запись из таблицы T1, берется ее идентификатор. Ага, запомните, тут у нас идентификатор 1. Берется таблица T2, и по ней вперед просматриваются, значит, все идентификаторы в попытке найти значение T1. Если нашли, молодцы. Удаляем эту запись. Берем таблицу из T1 вторую запись. И так, соответственно, пока не удалит все и вся. Я на этот запрос обратил внимание, когда у меня 100 записей из базы. То есть у меня была табличка T2, в ней было порядка сотни записей. Удалялись порядка 40 минут. А сама база была большая? Сама база? Ну тут не очень. Гигабайт 30. Что 100 раз перелопать 30 гигабайт? Ну там была табличка такая хорошенькая. Гигов на 20. Он взял эту табличку и вот вперед, значит, и для каждой записи проверил этот перечень из 100 идентификаторов. После чего удалил эти несчастные записи. Ну, то есть за 40 минут 100 записей быстрее удалить руками. Кто еще плохо в MySQL? Ну, давайте еще пройдемся. Автоинкремент.
В MySQL нету секвенсов. Как вы думаете, почему? При логике в хранилище хранятся индексы и таблицы, секвенс положить банально некуда. Нету примитива, который бы способен был его хранить. В метаданные его класть нельзя, потому что они постоянно меняются, и они должны обеспечивать то, что при повторном, уникальность выдаваемых значений. А в хранилище положить нельзя, потому что секвенс — это, строго говоря, не таблица. И вот он оказался не при делах. Остается только автоинкремент. У этого момента есть крайне неприятный нюанс. Автоинкремент в каждом хранилище реализован по-своему. В случае с MySAM хранилищем это обычная чиселка, которая где-то вот в начале файла. В случае с InnoDB секвенс в таблице, то есть автоинкремент в базе не хранится. Как оно работает? Когда вы запускаете MySQL, InnoDB зачитывает данные, находит максимальный идентификатор и говорит: хорошо, мы начинаем с него. Вроде бы все хорошо, но есть нюанс. Если вы строите распределенную систему, и у вас есть конструкция, когда есть данные, вы их кладете в табличку, они там лежат. Потом вы берете эти данные и отправляете в другую базу, на вечное хранение. А из старой базы удаляете. То возникает неприятный момент. Вы добавили записи, у вас добавили 100 записей, последний идентификатор имеет 100. Отправили. Отсюда удалили. В архивной таблице у вас записи с идентификатором с 1 по 100. Добавили в эту еще 100 записей. У вас записи со 101 по 200. Они передались по сети. В архивной со 100, с 1 по 200. Удалили их из оригинальной. Там нет записи. Добавили еще с 300 до 301. До 400. С 301 до 400. Перенесли. У вас в архивной с 1 по 400. Все хорошо, все работает, все замечательно, все довольны. Перезапускаем MySQL. Добавили еще 100 записей. Записи 1 с 1 по 100. Переносим и получаем упс. Потому что идентификаторы данных записей уже раньше были запользованы. То есть ситуация с автоинкрементом, особенность реализации автоинкремента провоцирует повторное использование идентификаторов. Если у вас приложение, которое вещь в себе, и которое все хранит конкретно в данном инстансе MySQL, все хорошо. Если у вас данные утекают куда-то наружу, либо в виде логов, либо просто данные перекладываются целиком и полностью, то повторное использование идентификаторов может провоцировать разные проблемы. Приходится эмулировать несчастные вот эти вот секвенсы. Эмуляция секвенсов в программном коде, она, в общем-то, достаточно простая, но тем не менее неприятная. Если вы пытаетесь эмулировать секвенсы на вручную выполняемых запросов, например, при миграции, то это будет большой головной болью. Еще одна замечательная особенность, которая мне в MySQL очень нравится, это два типа: timestamp и datatime. Если посмотреть на их названия, то возникает резонный вопрос, а чем они, собственно говоря, отличаются? То есть и то хранит дату-время, и timestamp, и datatime. Если к ним приглядеться, выясняется, что, собственно, общего у них очень мало. То есть они созданы для хранения одного и того же, но делают это кардинально разным способом. Например, timestamp внутри себя хранит количество секунд, прошедших с эпох 1970 года. Вроде бы все хорошо. Не учитывает временную зону, то есть он всегда внутри хранит данные по Гринвичу. Тоже хорошо.
в целом. Если там лежит 0, то вы не увидите дату 1970 год. Вы увидите дату нулевой день, нулевого месяца, нулевого года. Вот примерно вот так это выглядит. 0-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 
знаю ни одного языка, на котором она представима в виде даты. Ну, поскольку это количество секунд, происходящих с 1970 года, то, соответственно, диапазон дат, который хранится с 1970 года, 1 января, до 2038 года. Вот. Если вы будете использовать MySQL в 2039 году, то у меня для вас, если вы собираетесь его использовать в 2039 году, у меня для вас плохие новости. Да. Да. Но если там все нули внутри, он должен возвращать 1970 год. Откуда берется нулевая дата? Но специальная дата 0 возвращает все нули. Это Magic Value. Это же какие-то операции можно было производить? Или она просто есть? Она просто есть. Я не знаю, зачем они это сделали. Ну, то есть, наверняка было какое-то обоснование. Но в данный момент единственное обоснование, которое мне приходит на ум, звучит как «because I can». Вот. Ну, не знаю. То есть, если там лежит 0, то это нулевая секунда нулевого года. Если лежит 1, то это первая секунда 1970. Да. Причем, если там лежит 0, это не нулевая секунда нулевого года. Нулевой день нулевого месяца нулевого года. Такую дату записать нельзя. В принципе. Я не знаю, какое название должно быть у нулевого месяца. То есть 1 января. Это как бы мне. Я понимаю. Там 12 декабря. Все хорошо. А нулевой как называется? Что это? Ну, я не знаю, какая длина в днях у нулевого месяца. Последний день. То есть тут как-то вот. Ну, вот так. Короче, я. Есть отдельные конструкции, позволяющие запретить эти даты, чтобы программа их не могла описать. Вот. А появляются они обычно следующим. А как они появляются, чуть попозже расскажу. Это достойно отдельный. Значит, data time хранит дату и время. Причем вот именно дату и время. Все хорошо, все прекрасно. Хранит всегда локальную. То есть, если вы возьмете сервер, подключите с нему из Москвы, запишите туда 1 января 1970 года 12.00, потом подключите из Москвы, прочитаете дату, то вы прочитаете ровно ту же дату. 1 января 1970 года 12.00. На временные зоны оно не реагирует никак. И диапазон значений, соответственно, гораздо более адекватный. 1 января нулевого года по 31 декабря 9999 года. Ну, кроме того, что и там визуально лежит дата-время, ничего общего между этими датами нет, между этими типами. Сколько памяти занимает? Дат-тайм, очевидно, 4 байта. Ой, вру. Таймстемп, очевидно, 4 байта. Именно поэтому в 2039 году нас ждут проблемы. А дейтайм, по-моему, то ли 8 байт, или что-то около того, я не помню. Я как-то особо не заморачивался на эту тему. Я предпочитаю все хранить в таймстемпах, когда с MySQL имею дело, по причине того, что он хранит данные по Гринвичу. И когда сервер, ну, события географически развязаны, гораздо более просто видеть локальное время. Так.
Ну, такие вот проблемы с датами. Зато я почти уверен, что в 2038 году будут выходить колонки с 2000, совместимые с 2038 годом, как было в 2000. Апдейт. Если вам говорят, что MySQL полностью поддерживает стандарт SQL 92, не верьте им. Для того, чтобы опровергнуть такие вещи, нужен контрпример. То есть, как бы, доказать, что полностью поддерживает стандарт, трудно. А доказать, что не поддерживает, гораздо проще. Надо просто привести контрпример. Контрпример существует. Вот, например, такой простой запрос. Update full set A равно B, B равно A. Если верить стандарту, эти два столбца поменяются местами. Если верить MySQL, в стандарте ошибка. Потому что данный запрос раскопирует значение A в столбец A и B. То есть вот здесь будет значение B уже. Понятная идея. Точка. Нет, на самом деле там не все так весело. Сейчас. Так, еще очень интересная грабля, с которой приходится иметь дело в MySQL, звучит Lower Case Table Name. Если вы посмотрите на внутреннюю структуру Postgres, как он хранит, посмотрите на каталог с табличками, вы не увидите там имен таблиц. Вы увидите кучу странных файлов, которые имеют странные названия. Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться. В случае с MySQL не так. Если вы посмотрите на структуру файликов, вы увидите имена таблиц. Все хорошо и замечательно. Но есть проблема. Проблема заключается в том, что имена таблиц могут быть реестрозависимы, могут быть... Ну, они в SQL имена столбцов по дефолту реестра независимы. Имена столбцов, имена таблиц. И MySQL стремится на файловых системах, которые не различают регистр по умолчанию. Не так. Если файловая система не учитывает регистр, ну, например, это Windows, то MySQL по умолчанию будет конвертировать имена таблиц в нижний регистр, если не сказано иное. Что получается, если вы создали таблицу full, вот так вот, вы создали таблицу full, сделали это под Linux. У вас будет на диске файл full. Все хорошо. Вы сделали dump базы. Молодец. Восстановили этот dump. И у вас под Windows таблица будет называться не так. Она будет называться немножечко по-другому. И это может провоцировать достаточно неприятные проблемы. Потом вы берете эти же данные и переносите их обратно под Linux. Выполняете ровно те же запросы, к которым привыкли. И внезапно у вас ничего не работает. Кстати, насчет дампа я вру. Это неправда. Это я не прав. Но вот если вы пишете create table, ну, у себя локально создаете таблицу, которая называется с таким именем, потом она у вас работает. И одни и те же запросы на создание таблицы, одни и те же запросы createTable будут провоцировать под Windows и под Linux разные имена таблиц. В одном случае они будут маленькими буквами, в другом случае они будут учитывать регистр. Соответственно, селекты тоже должны обращаться либо по маленьким буквам, либо по большим буквам. На практике это значит, что не используйте большие буквы в именах таблиц. Не используйте Windows. Ну, не используйте Windows, это не про СУБД. В общем-то. Вот. То есть
рулится, управляется это параметром lower case table name. Пошли дальше. И чтобы немножечко разбавить негатив, я бы для начала рассказал о том, как я познакомился с MySQL. Это достаточно забавно было. Это было в далеком 2000 году, когда на своем первом месте работы я работал вместе с человеком по имени Федор. И Федор пришел как-то в один прекрасный день и сказал: «Сейчас я тебе покажу магию SQL». Я говорю: «Давай». Он изучал SQL на примере MS SQL тогда. Но поскольку MS SQL под руками не было, мы поставили MySQL, какой-то достаточно древней версии. На тот момент она была, конечно, свежайшей, но 2001 год. Поставили под Linux MySQL. Он говорит: «Смотри, сейчас я создам таблицу. Create table». Раз, создал. Молодец. Create второй table. Раз, создал. Add constraint, foreign key. Создал. И сейчас я, говорит, добавлю сюда данные. Добавил. Сейчас добавлю сюда данные. Еще insert добавил. Выберу данные. Select из одной таблицы, select из другой таблицы. Все, говорит. А сейчас я отсюда удалю, и отсюда они исчезнут. И он удаляет запись. Выбирает данные, данные удалились. Выбирает данные, данные остались. Беда. Посмотрели, удалили все, повторили эксперимент, ничего не меняется, проблема воспроизводится. Посмотрели документацию на foreign key, должно работать. Ну, в конечном итоге мы копались, так и не нашли ответа. Зашли на форум Linux.ru и написали, что вот мы делаем так-то, создаем таблицу, создаем foreign key, удаляем таблицу. Не работает. Ну, то есть ошибок нет, все хорошо, все замечательно, но не работает. Посмотрели на пост еще до его отправки и решили, что нам так никто не ответит. Ответа будем ждать месяц. Надо как-то простимулировать отвечающих, чтобы кто первым ответит, тому пиво. И в таком виде пост ушел на Linux.ru. Ответили нам на него быстро. Ответил внезапно админ Linux.ru. Суть ответа сводилась к следующему, что функция foreign key в MySQL реализована на уровне синтаксической совместимости и делает ничего. То есть вы можете объявить foreign key, он объявится, он прожует эту конструкцию, но она ничего не делает абсолютно. Вот, собственно, такое было первое знакомство с MySQL. Одна из особенностей MySQL субъективно то, что туда втягивают очень много фичей, вот просто потому что кому-то захотелось. И часть фичей, которые реализованы, они реализованы так вот странноватенько. И политика MySQL, в частности, заключается в том, чтобы как можно реже выдавать ошибки. У вас может быть любой степени замученности код, но в случае с MySQL он всегда будет работать. Не всегда корректно, но всегда будет работать. Так, ну теперь к хорошему. В MySQL, в отличие от Postgres, есть секционирование. То есть если в Postgres оно эмулируется через наследование либо какими-то другими путями, то в MySQL оно есть и есть честное. В Postgres оно появится только в десятке. Как оно появится в десятке, не очень понятно, потому что документации еще нет. В MySQL оно уже есть, причем давно. Вот, секционирование как по диапазону значений, то есть все, что вот от сих до сих, будет попадать в секцию, так и по списку значений. Еще есть возможность секционировать по хэшу. То есть вычисляется какой-то хэш, и на основании этого хэша выбирается партиция. Секционирование по хэшу и по ключу это, в общем-то, то же самое. Отличается от списка и ренджей тем, что там количество секций просто так нельзя поменять. Ну, по понятной причине.
Секционирование в MySQL, в общем-то, имеет ряд особенностей, которые надо учитывать. А именно, если у вас есть какой-то уникальный ключ, то он должен участвовать в функции, по которой строится секционирование. Если у вас есть, ну, некоторые подсистемы хранилища не работают с секционированием в принципе, foreign key секционированием также не работает. Foreign key, еще раз повторюсь, работает только на уровне хранилища, если это хранилище и на DB. Для других видов хранилища foreign key не работает. Ну, есть экзотические хранилища, которые также поддерживают foreign key, но из коробки их нет. Все секции должны управляться одной подсистемой хранения. Они могут быть в разных тейблспейсах, но система хранения у них должна быть одинаковая. Вот. И для многих операций идет блокирование. Даже если вы берете, читаете данные из одной секции, блокировка на чтение будет наложена на всю группу, на всю партию. Еще один момент, который в MySQL сделан хорошо, это collations. В MySQL есть из коробки честные регистры независимое сравнение. Причем, что важно, если у вас есть две строки, например, слово «все» и слово «все», то в случае с регистром зависимым сравнением некоторые буквы будут интерпретироваться как одна. То есть, если у вас есть уникальный индекс без учета регистра, то при сравнении с учетом collation, там есть разные collation, речь идет в данном случае про collation UTF-8, General CI, это case insensitive. Вот, эти буквы будут считаться одинаковыми. В случае с ее в слове «все-все» это как бы не очень очевидно, зачем это может быть понадобиться. Но, например, мне несколько душу греет о том, что слово «Артем» и «Артем» будет считаться одинаковым. Ну, потому что во многих ситуациях вместо буквы «ё» действительно используется буква «е». То же самое касается разного рода кульбитов на латинице. Например, Боб и вот такой Боб. Ну и так далее. Вот. То есть вот эта штука поддерживается на уровне коллейшенов. Если вы делаете регистр независимый индекс, оно будет корректно сортироваться и будет учитывать вот эти вот особенности. Collation встроен в сам MySQL и не зависит ни от каких системных библиотек. То есть в случае с Postgres есть проблема, связанная с следующего характера. Collation в Postgres отсутствует. И Postgres использует системные функции регистра независимого сравнения. Это может выдавать неприятные моменты. Например, у вас есть база данных, и эта база данных вот лежит под Linux. Вы берете ее, копируете файлы под Windows, пытаетесь запустить, и у вас индексы получаются разломаны. Почему? Потому что сортировка по строкам в случае использования collation под Windows и под Linux будет разной. Будет разный порядок. Единственный способ перенести такую базу будет задампить. Сделать дамп на одной операционке, потом загрузить его на другую. При этом важно, что в некоторых ситуациях можно получить конструкцию, когда данные, в общем-то говоря, будут несовместимы. То есть будут нарушены какие-то констрейны, которые не позволят вам прочитать этот дамп обратно. Также, например, если вы обновили libc, и там был исправлен какой-то баг в реализации collation, вы рискуете получить ситуацию, когда у вас поломается сортировка и поломаются индексы. В десятке обещают, что Postgres будет использовать и conf для работы с collation'ами. Но опять-таки, десятки еще нет, документации еще нет.
И как оно будет работать, в общем-то, не очень понятно. Очень неприятные вещи можно получить, если вы используете разные регистры независимого сравнения в разных базах. Ну, например, вы идентифицируете пользователя по юзернейму. У вас есть база в MySQL и база в Postgres. Заходит пользователь с ником Bob. Вот таким вот. Проходит авторизацию. Все замечательно. Авторизовался в Postgres, зашел на базу в MySQL. В MySQL берется по нику Bob игровой персонаж, создается, у него какие-то есть блага. Заходит другой чек, авторизуется в Postgres под ником Bob с двумя точками. Для Postgres это другой пользователь. Он его создал, замечательно, передает по сети на игровой сервер, на котором MySQL ник Bob с двумя звездочками, там смотрят, ищут пользователя, о, да у нас уже есть такой. И выдают ему персонажа и весь шмот, который одет на пользователя Bob. Без двух точек. Звучит смешно, но на лодах такой баг был. Вот ровно такой. Единственная причина, по которой он нам не отстрелил обе ноги, заключалась в том, что у оператора, который предоставлял услуги оперирования игры, было запрещено создавать вот такие вот волшебные никнеймы. То есть они строго требовали использования вот этой вот несчастной латиницы, которая влезает в ASCII. Если у вас не ASCII, то увы и ах. Вот. Причем по счастливой случайности данное требование было у всех операторов. То есть в тот момент, когда мы нашли этот баг, мы схватились за голову, начали резко искать, а кого он. Какие территории подвержены этой проблеме? Выяснилось, что никакие территории этой проблемы не подвержены по чистой случайности. Вот такая вот неприятная штука. То есть в MySQL используются колочные, колочные — это хорошо. Они сделаны лучше, чем в Postgres. Еще одна вещь, которая используется в MySQL, и которая в MySQL сделана лучше, чем в Postgres, ну даже не так. В Postgres ее пока просто нет. Ее нету как таковой. Значит, в MySQL есть волшебная библиотека, именуемая LibSlave. Что она делает? Она прикидывается репликой и получает с мастера всю информацию, которая идет для реплики. То есть все вот эти вот лог репликации. Вот как он идет с мастера, так она его и получает. Поскольку лог репликации — это логическая репликация, то его вполне можно распарсить обратно и разложить на отдельные события. Изменилась запись, выполнился запрос и так далее. Вот, в частности, активно на вот эту библиотечку LibSlave завязано использование таргета Mail.ru. То есть там куча данных между вот этими баннерными сетями, обмениваются информацией именно, данные из базы подхватываются именно за счет вот этого LibSlave. Postgres. Логическая репликация почти есть. То есть она есть отдельное декодирование событий на базе для репликации на базе собственного мастера. И должна появиться полноценная реализация логической репликации на уровне, но в десятке опять-таки. Если вы захотите использовать MySQL, то вам понадобится его настроить. Для настройки используются примерно те же принципы, что и во всех остальных СУБД. Базовые. Базовые принципы не меняются. Первое. Это настройка кэшей. К сожалению, в MySQL все, ну, может быть, к счастью, не знаю, но все системы хранилища используют разные параметры кэширования. То есть вы используете MySQL, у него свои кэши, и на DB свои кэши, memory, ну это вообще сам по себе кэш. Не использует кэша. Он и так быстрый. Вот, значит, MySQL. У MySQL отдельно задается параметр, который говорит о том, сколько памяти будет выделено под хранение индексов. K-buffer size.
индексы кладутся в эту специальную волшебную память. При этом в случае с данными он ведет себя примерно так же, как Postgres. Он читает данные с диска, если, собственно, они есть на диске. Ну, и как, если они закэшированы операционной системой, они будут уданы из кэша операционной системы. Так. Еще один маленький момент, неприятный, момент, который надо выставлять, это размер блока ключей. Размер блока ключей, он должен в индексе соответствовать размеру блока на дисковом носителе. Обычно это либо 512 байт, либо 1 килобайт. Ой, либо 4 килобайта. Вот. То есть они должны быть равны. В противном случае могут получиться неприятные особенности, когда он записывает одну страницу индекса. Например, у нас индекс разбит по 512 байт. Мы поменяли одну страницу индекса, он ее записывает и говорит, операционной системе запиши вот эти 512 байт. Операционная система сначала считывает 4 килобайта с диска, чтобы, значит, узнать, что писать, потом, значит, меняет там эти 512 байт, и потом записывает обратно 4 килобайта целиком. Это такая вот... Чтобы этого не было, если мы пишем, то писать надо такими же блоками. То есть записали 4 килобайта, тогда операционной системе не нужно считывать эти несчастные 4 килобайта с диска, потому что они у нее уже есть. Не надо заполнять эти дыры. В случае с InnoDB кэширование работает по-другому. Значит, суть следующая. MySQL не полагается на кэш операционной системы. Это имеет свои плюсы, свои минусы. Значит, ему явно говорят, что мы используем кэш размером столько-то гигабайт. Сколько не жалко, до 80% оператива. Вот. Явно задается. Он по мере, значит, распоряжается этим кэшем как хочет, добавляет, удаляет данные и так далее, вот, и хранит их вот в этом кэше. Если нужно прочитать, он лезет в кэш, если нет в кэше, он считает, что он будет читать с диска. Какие минусы у этого подхода? Минус очень простой. В системе проходит двойное кэширование. Данные кэшируются самим MySQL в вот этом вот большом буфере, и система пытается также кэшировать эти данные на уровне дискового кэша операционной системы. Это минус. Какие плюсы? Плюс первый. При работе с таким кэшом не используются функции системного вызова. Системный вызов, он дорогой. Прочитать блок памяти по известному адресу гораздо дешевле, чем сказать операционной системе, прочитай файл с такой-то позиции. То есть, если данные лежат в этом кэше, они будут выполняться быстрее. Ну, их достать можно быстрее. Еще один интересный момент. Так, еще вот. Есть еще параметр вот, InnoDB Max Page Duty процент. Это процент страниц, которые могут лежать измененные, держатся в памяти. Которые он еще может держать пока до принудительного сброса. Оно позволяет меньше залипать на сбросе данных. То есть команда flush выполняется гораздо быстрее, если это небольшой процент, но чаще. То есть насколько часто мы хотим сбрасывать данные на диск. Так вот, еще один момент вот этого вот буфера, который является плюсом, это то, что можно сохранить состояние буфера MySQL. То есть сохранить состояние кэша операционной системы трудно. Нету рычажков, которые бы позволили это сделать. В случае, если ты контролируешь весь буфер, это сделать можно следующим образом. Выставляем, что мы хотим загружать данные из вот этого вот кэша на старте. Сохраняем отдельно командой. И что мы хотим сохранять на старте. Сохранять на шутдауне. Шутдауним сервис. Запускаем сервис. И у нас будет то же состояние кэша, что было на момент шутдауна. Как вы думаете, для чего это нужно? Зачем сохранять кэш? Для скорости. Ну, конкретнее. Чтобы собрать кэш, надо время. Для чего это нужно? Это нужно для
решение проблемы холодного старта. Суть в следующем. Когда вы запускаете... Ну, во-первых, важно то, что тут не шмат памяти, который лежит именно в буфере, а хранятся номера страниц, которые были в NDB. Вот, при сохранении на диск и загрузке с диска. Вот. Для чего это нужно? Когда запускается сервер, у него данных в кэше нет по умолчанию. И каждый запрос, который к нему приходит, начинает лезть на диск за данными для выполнения этого запроса. После этого данные попадают в кэш. И следующий запрос опять лезет на диск, опять вынимает данные и перекладывает их в кэш. В результате получается такая неприятная ситуация, что пока данных в кэше нет, запросы выполняются дольше. Потому что им всем нужно бегать на диск, нету данных в кэше. Готовых данных нет, готового ответа нету, нужно ответ сформировать, нужно его прочитать. И в случае с большой нагрузкой, на момент старта СУБД обычно отвечает медленнее, чем спустя какое-то время. Вот это время называется прогревом. Ситуация, когда СУБД стартует, и у нее нету данных в кэше, это вот, собственно, холодный старт. Кэш надо прогреть, нужно, чтобы туда попали актуальные данные. Загрузить просто все данные с таблицу нельзя. Почему? Потому что обычный гораздо больше, чем оперативный. Иначе бы зачем мы вообще всю эту эпопею с УБД затевали? Вот. Ну, точнее, там, можно было поставить какой-нибудь тарантул, который все данные держит в оперативе. И все хорошо, все замечательно. Он их быстро работает. А здесь вот вся эта эпопея с кэшами для чего? Потому что у нас оператива меньше, чем данных. У нас, условно говоря, там 16 гигабайт оперативы и 100 гигабайт данных. Загрузить все данные в оперативу нельзя, не влезает. А информация о том, какие именно данные из вот этих 100 гигабайт нам реально нужны по постоянной работе, у нас еще нет. И вот для решения этой проблемы MySQL позволяет сбросить информацию, сохранить информацию о том, какие данные были нужны в прошлый раз в момент работы, то есть какие данные он считает активными. После, при старте, соответственно, загрузить именно эти страницы, и у него уже есть кэш, он уже работает гораздо быстрее. Понятная идея? Вот. В Postgres, соответственно, такого функционала тоже нет. То есть он использует кэш операционной системы. Это, с одной стороны, позволяет избежать проблемы с дорогого кэширования. С другой стороны, нет такой возможности, как восстановление кэша после, ну, при запуске, чтобы избежать проблемы холодного старта и использования дорогих системных вызовов. То есть первая часть, которая настраивается в любой СУБД, это параметры кэширования. Вторая часть, которая настраивается в любой СУБД, это гарантия durability. Первое. Это delay cave write. Если мы используем MySAM, мы можем сказать, что мы можем не сбрасывать данные на диск непосредственно при коммите. В контексте того, что, собственно говоря, коммит нам не дает никаких гарантий сохранности данных, это разумно. То есть хуже не становится. Вот. И тогда мы получаем немножечко насчет вот дисковых операций. То есть они сохраняются в буфере до изменения индексов, но не записываются на диск, не уходят в операционную систему. Так, если сервер в этой ситуации аварийно завершает работу, то, увы и ах, надо будет перестраивать индексы. Это основная проблема, которую мы получаем. Если у нас активно меняется таблица и в момент записи этой таблицы произошел сбой, нам все равно придется перестраивать индекс. Вот. И еще одна команда Flush Tables, которая позволяет сохранить таблицы перед шатдауном сервера, она, в общем-то, может занять некоторое время. То есть остановка будет не такой быстрой, как нам бы того хотелось. Ну, иногда это важно. В случае с InnoDB используется write ahead log. То есть, опять-таки, пишется лог, журнал, и данные записываются сначала в журнал, журнал сбрасывается на диск, и в случае коммита
происходит флаш. Соответственно, первое, все пляски идут вокруг журнала и вокруг флашей. Значит, размер журнала InnoDB log file size, InnoDB log files in group говорит о том, сколько, какого размера у нас будет журнал. Для чего это важно? Когда у нас журнал забит полностью, он начинает сбрасывать грязные страницы из буфера, из вот этих вот shared буферов непосредственно на диск, чтобы освободить, как бы, чтобы гарантировать, что они не будут потеряны, когда старый, чтобы была возможность удалить старый журнал, переключиться на старый журнал и начать его перезаписывать. Эта операция занимает достаточно много времени, и лучше, чтобы ее выполняли как можно реже. То есть, ну, в идеале никогда. Поэтому обычно делают достаточно большой журнал и большой буфер на запись этого журнала. То есть, чтобы оно успевало по естественным причинам сбрасываться. Не так, что мы выполняем большой запрос, и вот этот большой запрос у нас несколько раз выполняет принудительный сброс журнала. И еще одна вещь, которая идет. Да, касательно размера журнала. Размер журнала обычно выбирают так, чтобы он был способен держать изменения там, минут за от 10 до 60 минут. Чтобы не было больших транзакций, которые способны, вообще-то говоря, его полностью забить. Вот. Получить количество данных, которые мы хотим. Ну, то есть получить вот эту величину журнала, который хватит на 10-20 минут, можно путем вот такого вот хитрого запроса. Выбираются исходные данные, ну, текущее состояние, текущая позиция в логе, ждем 60 секунд, ждем и получаем следующую позицию в логе. То есть реально смотрим по факту, сколько ее пишется. И сколько пишется, уже исходя из этого, выставляем этот параметр. Чтобы на глазок не делать. И еще одна часть, которая управляется... как бы отзывчивость дисковой подсистемы, это durability. Не всегда коммит нужен, не всегда нам нужно, чтобы после коммита записи гарантированно были записаны на диск. В некоторых ситуациях мы готовы потерять последние сколько-то секунд перед сбоем. В Postgres есть этот ключ, такой же ключ есть и в MySQL. Он позвал InnoDB flash log at TRX commit. Вот, значит, по умолчанию он значение единичка, то есть как только сделали коммит, данные сразу сбрасываются на диск. Рекомендуемое значение, если мы готовы потерять последние секунды, двоечка. Оно позволяет сбрасывать вот по мере надобности. В случае нолика данные сбрасываются по тайм-ауту раз в секунду. Но при этом не флашится, насколько я помню. Вот. Так. Значит, что еще интересное, доброе, вечное я хотел бы сказать, если вам интересно. При выборе СУБД надо исходить из текущих задач. То есть, если у вас есть какие-то... Ну, то есть, когда вы выбираете СУБД, первое, на что нужно смотреть, это не то, какие фичи в этой СУБД, а какие проблемы вы решаете. То есть, плюс важный момент, это переход и миграция с одной СУБД на другую, это достаточно трудоемкий процесс. То есть, например, в AOD-ах, когда мы мигрировали с MySQL на Postgres, он занял больше года. И вот все вот эти страшилки, которые сейчас были рассказаны про MySQL, в первую очередь, например, вот, планировщик запросов, да? Планировщик запросов, у MySQL достаточно тяжелый, ну, такой печальный планировщик запросов, который очень туго переваривает сложные запросы. Для нас это не было проблемой. Почему? Потому что сервер выполнял кучу маленьких транзакций. Они были маленькие, простенькие. У нас не было проблемы с сложными запросами. У нас не было сложных запросов. Вот. Проблема с секвенсами, которая многим не актуальна, для нас была актуальна, потому что у нас часть данных благополучно переносилась в архивную базу. То есть у нас база была разделена на две. Одна хранила в себе информацию об
актуальных игроках, которые в данный момент играют на сервере, а другая база хранила всю информацию о тех игроках, которые давно не играют на сервере. И вот тех, которые давно не играют, мы пинком под зад, собственно, на отдельный сервер. Если вернется, мы его перетащим обратно. Вот. Ну, соответственно, чем он дольше не играет, тем меньше шансов, что он вернется. Вот. Очень сильно оноила проблема с нетранзакционным DDL. Вообще, нетранзакционный DDL и долгий альтертейбл — это была головная боль. На особо крупных апдейтах у нас был замечательный эпизод, когда при подсчете выяснилось, что перегнать данные в Postgres, обновить их на Postgres и перегнать данные обратно в MySQL дольше, чем, собственно, обновлять их на MySQL. Вот. Реплика. MySQL-ная реплика — это притча в языцах, с ней надо быть очень аккуратным. Тот факт, что она периодически разваливалась, сильно напрягал. Особенно потому, что она разваливалась всегда тихо. То есть данные разошлись, когда они разошлись, неизвестно. Узнаешь об этом только тогда, когда это станет проблемой. Вот. И еще важный момент, то что вот эти вот все проблемы... еще хотелось бы отметить, что в MySQL, если сравнивать MySQL и Postgres, то в MySQL, например, необычайно долгий дамп, как снятие дампа, так и всасывание обратно в базу. То есть, если сделать логическую резервную копию, то там будут проблемы. Она делается долго и очень долго втягивается обратно. В случае с тем же самым Postgres разница была гораздо... Ну, разница с MySQL была на порядке. Так, давайте вопросы. Я люблю вопросы. Больше вопросов. Скажите, а вы сейчас в своих проектах видите, я MySQL используете? Да. А что у меня показывает? А? Почему? У нас лекция была большая часть. Почему не стоит использовать MySQL, по-моему? Legacy. Есть такая большая проблема, как Legacy. Чтобы перейти с одной субботы на другую, нужно потратить достаточно большое количество сил. Это, соответственно, нужно, во-первых, убедиться, что, ну, сделать так, чтобы программный код работал на новой СУБД. Это не всегда тривиально. То есть, например, если у вас код на Java, то все более-менее спокойно. Взяли другой GDBC-драйвер, посмотрели, где оно разваливается, починили эти места, вы молодцы. Если у вас код на C++, то заменить все функции вида MySQL Query на PGSQL Query уже гораздо сложнее, потому что они имеют разную сигнатуру вызова, и это такая вот длительная обезьянья работа. Monkey job. А потом, это значит, первое, что нужно сделать, нужно, чтобы код работал на СУБД. Второй момент, нужно продавить сопротивление начальства, которое почему-то очень не хочет оплачивать эксперименты с СУБД. Нужно как-то убедить админов, потому что у них есть замечательное правило «работает, не трожь». И они как привыкли к системе, у них все хорошо, они ее знают, они отладили бэкап, они отладили репликацию, у них все работает. Они все проблемы, на которые, значит, можно наступить, на них уже наступили, и они себя чувствуют комфортно. Если вы хотите сделать, сказать, придете к ним и скажете, что «ха, завтра у нас будет другая СУБД», они это не оценят. Более того, если к нормальному админу подойти и сказать, что вот у нас используется там Ubuntu, допустим, 14.04, а завтра мы хотим, ну, со следующей версии мы хотим использовать 16.04, он тоже на это дело не обрадуется и воспримет это в штыки. И, в общем-то, будет прав, потому что нужно все обновить, нужно все это дело проверить, нужно какой-то регламент миграции разработать и просто так заменить операционку, это для него проблема. То есть для разработчика, ну что, взял, заинсталил, сколько там Linux ставится? 20 минут? Все, можно работать. А в случае с админами там начинаются проблемы.
Вот. То есть любая смена ПО – это отдельная история. Это надо как-то проверять, это надо закладываться и так далее. Смену СУБД – это еще и простой. То есть нужно как-то взять и перекочевать, делать так, чтобы данные переехали. Чтобы данные переехали, нужно отдельно заморочиться. Сами по себе они не переместятся в другую СУБД. Следующий момент, который мешает вот так вот взять и отказаться от нелюбимой СУБД в пользу любимой СУБД, это, например, у вас есть данные, у вас вы, значит, убедили администраторов, что все хорошо. Нужно быть абсолютно уверенным, что вы не просядете на производительности после переезда. То есть, что производительность будет не хуже. Это убедиться в этом – это нетривиальная задача. Нагнать живую нагрузку, посмотреть, взвоют ли пользователи. Если не взвоют, значит, так оставить. А если взвоют, откатиться обратно – это плохой вариант. Воспользоваться синтетическим мерилом нагрузки – это более хороший вариант, но синтетика есть синтетика, и никто не говорит, насколько вообще оно будет соотноситься с реальностью. Поэтому, когда идут замеры производительности, нужно иметь какой-то достаточно серьезный буфер. То есть надо быть 100% уверенным, что после смены СУБД не возникнет ситуация, что из-за того, что все начало тормозить, надо резко, значит, в авральном ритме откатываться обратно. Вот. И вот совокупность всех этих факторов, она говорит о том, что для того, чтобы реально произвести миграцию с одной СУБД на другую, нужно, во-первых, достаточно много времени, а во-вторых, нужно, чтобы новая СУБД была лучше не на там, одну-две фичи, а именно на порядок. Вот. В случае с солодами у нас была следующая ситуация. Во-первых, у нас была проблема с длительными альтертейбл. Это был регулярный простой, который, в общем-то, сильно напрягал. У нас была проблема с секвенсами. Мы их эмулировали вручную, и из-за этого это вызывало кучу проблем. У нас была проблема, связанная с тем, что в некоторых местах мы хотели использовать отложенную проверку констрейнтов. В MySQL ее нет. Мы хотели использовать в MySQL несколько неудачная реализация мультивершн контрола, и можно получить блокировку на запросах, которые формально являются запросами на чтение. Например, у вас есть запрос вида select a, select звездочка from a int b. То есть вы берете, выбираете все запросы из таблицы А и помещаете их в таблицу Б. С точки зрения таблицы А это запрос на чтение. С точки зрения Postgres это запрос на запись целиком. И он заблокирует всю таблицу А. В смысле, MySQL? Да. MySQL заблокирует всю таблицу А. Postgres заблокирует таблицу Б, и таблица А будет на чтение. То есть в некоторых случаях, ну, то есть, у нас были места, где это сильно влияло. Например, это был еженочный съем статистики. В случае с MySQL мы каждую ночь по часам сервер останавливался на 2 минуты. Это было неприятно. Вот. Ну, то есть для игрока это выглядит как зависание. Игра идет, они идут в рейд, вот он рейд-босс, они... Все. Значит, прошло 2 минуты, если их еще к этому моменту не кикнуло, оно дальше отлипло и пошло. Неприятно. Некрасиво получалось. И это было большой проблемой при копировании игроков. Когда мы с одного сервера на другой копировали игроков. Копирование игроков, соответственно, если при... копирование сервера не надо, ну, не останавливается, это хорошо. Если он при этом залипает на какое-то время, это, в общем-то, не здорово. Вот. Postgres, он, соответственно, позволяет это делать, MySQL не позволяет это делать. То есть DDL
секвенсы, вот, блокировки, отложенную проверку констрейнов мы так и не запользовали. И, соответственно, еще очень раздражало то, что в некоторых местах MySQL имел фатально другой синтаксис. Это вот, например, в случае с делитом. Раздражало это по той причине, что у нас использовалось на тот момент несколько СУБД. Первая СУБД это была MySQL, вторая СУБД это была Postgres. И отдельно еще использовалась для тестов СУБД H2. Она позволяла разворачивать базу в памяти и развернуть базу в памяти на той же машине быстрее, чем развернуть ее по сети на диске и так далее. Потому что просто в силу того, что не надо писать на диск. Вот. И для юнит-тестов это было идеальное решение. И на разнице между MySQL и H2 у нас были проблемы. То есть часть запросов приходилось дублировать реализацию, часть запросов просто вот идти по пути, который любит MySQL, но не любит все остальные и так далее. Вот. Ну и несколько раз наступали на неприятные ситуации, когда строго конкретная версия MySQL делает странные вещи в неожиданном месте. То есть после переезда не пожалели, да, производительность оказалась сильно не хуже? Производительность оказалась примерно такой же, но оно стало проще и предсказуемее. В MySQL есть еще одна вещь, которая меня сильно раздражает. Это штатная утилита MySQL DUMP. Она создана для того, чтобы делать логическую резервную копию MySQL. То есть есть у вас база данных, вы делаете MySQL DUMP, у вас получается SQL-ный файл. Ну, окромя того, что она работает чертовски долго, у нее есть одна проблема. Если вы запускаете ее просто так, по умолчанию, то вы получите DUMP файл, который потом, скорее всего, вам придется отправить в DevNull. Почему? Потому что в случае наличия констрейнов, да и без констрейнов, в общем-то, тоже, по умолчанию выглядит следующим образом. MySQL говорит, я блокирую базу данных. Все, я делаю дамп. Всем ждать, всем стоять, всем спать. Значит, делает важный дамп, сделал дамп и говорит, все, можно работать дальше. И все дальше продолжают работать. Поскольку дамп он делает долго, если база большая, это никого не устраивает. Смысла в этой операции мало. Неопытные админы берут и говорят, хорошо, мы сделаем MySQL dump. У него есть какие-нибудь ключи, чтобы не блокировать? Есть. Не блокировать. Хорошо. MySQL dump, не блокировать имя базы данных. Вроде бы визуально все хорошо. Мы получаем SQL файл. Потом мы пробуем его развернуть, и он разворачивается. Все вообще шикарно. А дальше возникает следующая ситуация. У нас есть нагрузка. Под нагрузкой мы делаем dump. То есть когда мы проверяем, тестируем, у нас какой-то игрушечный сервер, на нем какая-то игрушечная нагрузка, и все хорошо. Мы делаем дамп, сделали дамп, развернули дамп, не разворачивается. Почему не разворачивается? Потому что foreign key. А в чем дело? А дело следующее. Транзакция не начинается, делается селект последовательный с разных таблиц, и у нас каждая таблица соответствует своему времени. То есть эта таблица соответствует тому состоянию, которое в ней было в 11.20, эта таблица тому состоянию, которое было в 11.21, эта таблица в состоянии в 11.22, а эта в 11.23. Если при этом они имеют какие-то связи между собой, то, в общем-то, никто не дает гарантии, что таблица, которая была в 11.20, таблица А, которая была в 11.20, будет, вообще-то говоря, совместима с таблицей Б, которая была снята через 4 минуты. Вот. И для этого надо указывать не флаг, не блокируя там skip-log, кажется, а флаг single transaction, который говорит о том, что мы снимаем данные в одной транзакции. И тогда он начинает транзакцию, делает дамп, и уже этот дамп, он будет белый, пушистый, и его можно будет восстановить. Делает дамп он в один поток, восстанавливает он его потом тоже в один поток, и это чудовищно долго. Вот. На проблему с тем, что вместо single transaction пишут skip log, с завидной регулярностью наступают люди, которые занимаются оперированием серверов на территориях. То есть есть
местные админы, которые уже ученые, которые по этим всем проблемам ходили. Есть какой-то человек в дата-центре. Человек в дата-центре – это наемный рабочий, суть которого в большинстве случаев – это нажимать кнопки. И если вы хотите, чтобы он что-то сделал корректно, надо ему писать детальную инструкцию. Подойди к серверу такому-то, найди у него, значит, отчитай сверху. Подойди к стойке, отчитай, значит, четвертый сервер, на нем написано то-то. Диск подсвечен синей лампочкой, на нем написано пятый, и можешь его вынимать. Потому что если писать не детально, велика вероятность, что он подойдет к серверу, вынет, значит, увидит что-то другое, вынет не тот диск, потом, значит, испугается, засунет его обратно, вынет, значит, из другого, ну и, короче, будет хаос. Ну, это смешно, пока об этом рассказываешь. Когда, соответственно, у тебя начинается вот такая чехарда за несколько километров, это не очень весело. Вот. И они не знают многих технологий, то есть, ну, MySQL, как снять дам? Он посмотрел, вот все, что он понял за ближайшее время, за ближайшие пару минут, так он его и снимает. Если ему не написать инструкции, как снимать дамп, он его, скорее всего, снимет неправильно. То есть, и ситуация, что мы у заказчика, ну, на территории там, за много километров сохраняются бэкапы, которые невозможно восстановить, это как бы в контексте MySQL это норма. Это не смешно, но это так. Вот. Поэтому MySQL, он очень неочевиден. Есть интересный момент, который, к моему великому сожалению, по какой-то неведомой мне причине, на слайд не попал. Я слайд с ним готовил, но что-то пошло не так, и я, похоже, забыл его запушить. Вот. Суть заключается в следующем. Есть в MySQL волшебный запрос. Точнее, даже не так. Есть SUBD, а вы берете в SUBD, создаете запрос. Пишите. Create table. Тыдыщ. И назовем ее K. Хорошая таблица K. Вставляется ID. Это будет у нас integer. Вот, ну. Нет, не хочу. Чай будет столбец А. Integer null. И столбец Б. Волшебным типом нумерик. 4, 2. Можем мы выполнить такой запрос? А? Ну, приехали. Это чиселка. Четыре знака. Нет, фиксированная. Фиксированная запятая. Четыре знака всего, два знака после запятой. Так, надо было запомнить лицо. Черт. Значит, можем мы сделать такой запрос? В принципе, ничего не мешает. Если я, конечно, нигде не накосячил с текстом. И мы выполняем запрос. Insert int k и два значения. Null один, два, три, четыре. Можем мы сделать такой запрос? Можем. А такой? Про MySQL, да? Вы да. Говорили, что он любит не сообщать о ваших нахерсмах, и он обрежется. Значит, в случае с Postgres, Postgres скажет out of range. У нас 4 знака, 2 до запятой, 2 после. Данное число явно не влезает в этот лимит. Если мы возьмем MySQL версии 5.6, даже не так, если мы возьмем MySQL версии до 5.7.4,
попробуем выполнить этот запрос, то он нам напишет 1 ropes affected, 1 warning. Ну что, он молодец. Один ворнинг, ну, выполнил, все хорошо. Причем замечу, что эти ворнинги в большинстве своем в какие-то внешние прослойки не пролезают. Для GDBC, ODBC и других, значит, BC, они являются какой-то неизвестной сущностью. Если вы не используете специфичное для MySQL подключение, вот, из серии MySQL подчеркивание connect, то вы об этом ничего не узнаете. У вас останется только один ropes affected. Warning, может быть, когда-нибудь увидите. Когда будете разбираться, а что же произошло. Хорошо. Прекрасно. Делаем select. Select звездочка FOMK. Ну, как вы думаете, что будет? Ваш вариант. Не угадал. Ну, первое, согласен. А второй столбец? Ну, как вы думаете? Просто 3412. Чего? 31.12. 4.2, это важно. Ну что, написать? Да бросьте, ну не настолько же он глупый. Он слишком умный. Ну, по-моему, все шикарно. Если это не был счет вашей зарплаты, то все шикарно. Ну, в противном случае, warning. Вот. А номер как знаковый или беззнаковый? Знаковый. А, то есть, если в другую сторону, то он с минусом, да? Минус и минус. Да, все будет хорошо. Все замечательно, все отработало. Значит, если посмотреть СБД, ну, данное поведение, оно регулируется. В MySQL есть волшебная штука, называемая SQL mod. Это режим. На что он будет ругаться, если ему подсунуть странные данные? И в контексте там strict tables, по-моему, называется в данной ситуации. И в случае, если включен strict tables, он будет ругаться ошибкой. Он скажет, что overflow, все, беда, печаль, данные потерялись. А в случае, если не... Ну, и strict tables по умолчанию включен с 5.7.4. До этого он кидает ворнинги и, в общем-то, со стороны иногда смешно смотрится. Не очень смешно, но постфактум забавно. То же самое касается, если у вас есть какой-то длинный столбец, допустим, имя. И вы сказали, что имя не больше 10 букв. А туда приходит какой-нибудь арабский шейх, у которого имя на 3 строки. Это особенно вот, в Индии очень хорошие длинные имена. Видишь, если какое-то длинное имя, значит, человек из знати. Если коротенькое, ну, значит, так, из простолюдинов. Вот. И первые 10 байт его имени будут, а дальше, ну уж, извиняйте. И warning. Фортран похоже. Ну, я с Фортраном как-то не связывался. Не знаю, хорошо это или плохо. Там такая классная есть у него особенность, что... Он читает первые 78 символов строки, а потом забивает на сторону. Что прочитал, то исполнил. Ну, в контексте MySQL при сравнении бинарных данных, там тоже сравнивается какой-то префикс. По-моему, первые 500 байт или около того.
это задается через какую-то переменную, у них описано, что... Да, если почитать документацию, там все это описано. Ну, там несколько сотен страниц документации, страниц 300, что ли, или около того. Если их все прочитать, там все эти особенности описаны. Все это есть в документации, это не баг, это фича. Ну ладно, значит, мы добавили этот волшебный столбец и продолжаем издеваться над этой таблицей. Ну что, продолжаем издеваться? Так, помните, какое там значение, да? Я его здесь напишу. Ну и 99. Ну, допустим, мы взяли и на Postgres сделали такую же таблицу с таким же значением. Благо, это несложно. Теперь мы меняем эту таблицу. Я сейчас могу немножечко ошибиться в синтаксисе, но суть, я думаю, понятна. Я не уверен, что я правильно это написал. Но суть такая. Мы хотим, чтобы этот столбец стал not null. Можем? Выполняем на Postgres. Что мы получим? Ошибку. Логично. Выполняем в MySQL. Что мы получим? Конечно. Вопрос. А что будет в таблице? Как вы думаете? А? Нолик. Все правильно. Эть. Ну хорошо. Допустим, если это поле было не интовое, а таймстемп, то что будет в этом столбике? Да. Волшебная нулевая дата. Так. Что-то я еще хотел сказать на эту тему. А? Пустая строка. Что нет-то? Ну так вот. Значит, alter table. Сделали not null и получили счастье. Что-то я хотел еще сказать. Вот только... Вопрос такой. Да. В MySQL получается для всех типов данных предопределен дефолт или он просто физически нулями забивает байт? Ну, в большинстве случаев это выглядит будет одинаково. Тем не менее. Я не знаю, у него предопределена константа 0 для числа, или он забивает ее нулевым байтом. Результат одинаковый, а как оно внутри реализовано, честно говоря, не интересовался. Так, что еще, добрая вещь? Так, у меня была какая-то мысль насчет alter table еще. А, все, вспомнил. Мало столбцов, надо больше. Давайте. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Вот у нас есть еще столбец. Усложним задачку. И мы сделаем... int a values. Ну, пущай будет null. Нет, плохо. Не хочу так, хочу по-другому. Какие у нас там столбец а, столбец b. Values. И значение, которое мы впишем. Ну, пущай а будет 42, а это будет 22,7. Как вы думаете, что попадет в таблицу k? Ваши варианты. 42, 22,
поехали. 42. Вот у нас будет А. Здесь у нас будет Б, здесь у нас будет С. 22.70. И дата текущая. Сегодня у нас 27, да? Вообще будет 2017. 04, 27. Ну, будет 20, 27. Ну, вообще будет 17. Пофиг. Очевидно? Логично? Не очень. Не очень. Хорошо. Что бы попало, если бы это было на Postgres? Кто-нибудь знает ответ? Да. Вместо даты был бы null. Его явно никто не указал, по дефолту null. Дефолт явно не прописан в таблице. MySQL добавляем, получаем такую штуку. Хорошо. Теперь мы усложним задачу. Мы выполним еще один запрос. Update k set b равно b плюс 1. Вот так. Как вы думаете, что будет в этой таблице? B прибавит единицу и дата обновит. Бинго. Почему? И дата у нас будет, сколько у нас? Ну, что-то мы быстро дошли. Да, вообще будет 47 секунд. Наверное, как явно не все. Нет, это не явно несет. Дат... Неявный апдейт. Поле timestamp, если его объявить в MySQL без дополнительных модификаторов, на стадии инсерта всегда принимает значение текущей даты и обновляется при каждом изменении записи. То есть, по сути, у него триггер вешается, да? Ну, это не триггер, это что-то другое. Хорошо. Ну, пошли дальше играться. Усложним задачу. Петушку забыл. Мы сделали вот такой запрос. Что будет? Давайте, ваш вариант. Да. Create и k. A in null b numeric 4 2 c timestamp d timestamp. Вместо двух создаст ID. А? Вместо двух таймстемпов создаст ID. Это что будет? Полевая, а вторая это дата. Значит, ну, что будет в контексте Postgres, ваши варианты? Табличка с четырьмя столбцами. Что вы в контексте MySQL? Это будет на тоже? В контексте MySQL этот запрос не валиден. Нельзя в одной таблице использовать два автообновляемых таймстемпа. Даже ошибка будет? Да. Даже ошибка. Вот как-то вот так. Ну, вот. Ну, если мы хотим, чтобы там отдельно дописывается, что мы не хотим, чтобы этот таймстемп обновлялся в случае, если у нас ничего не происходило, вот, тогда можно создать два таймстемпа, но два автообновляемых, соответственно, нельзя. Если мы скажем таймстемп default null, он перестанет быть автообновляемым. Так, ну, про таймстемпы было. Что еще можно про MySQL веселого вспомнить? А, ну еще хороший запрос, мне тоже нравится. Select A, B, C.
from k group by a. Что сделает данный запрос в Postgres? Даже не так. Я так не хочу. Так мне не нравится. Давайте мы сделаем немножко по-другому. Вот так. Ваши варианты. Ну вот, такой скромненький запрос. Ну. Давайте, ваш вариант. Он выдаст пары iWeb, просуммировав. Тут возможны разные варианты. Ну, предложите хоть какой-нибудь. Ну, есть варианты? Он выбирает таблицу K, суммируя с одинаковыми A. Он не откажет, что я выполнил? Что это типа B не участвует в группировке? Значит, вариант первый. Он откажется выполнять по причине того, что B не участвует в группировке. Это вполне разумное поведение. С высокой вероятностью так и будет. Какой еще вариант возможен? В какой ситуации этот запрос выполнится? Если нет таких B, которые разнятся в зависимости от F. Нет, неправда. Есть вполне строгое требование, которое нужно, чтобы он выполнился. Давай уникально. Если A primary key. То есть, а? Ну, тут, ну, это другая проблема. Вот. Если A primary key, он выполнится. Если A не primary key, он не выполнится, потому что B не участвует в группировке. Что произойдет, если этот же запрос выполнить в MySQL? Ваш вариант. Значит, если этот запрос выполнить в MySQL, возможно, первый вариант. А, primary key, он выполнится, все хорошо. Действительно ожидаемый результат. Второй вариант. Не включено в SQL mod требование на полный group by. Тогда он выполнится. И в B попадет первый попавшийся B при выполнении запроса. Ну, то есть какое-то рандомное значение B. Группировка при этом будет по A. Третий вариант. В SQL mod включено требование на полную группировку. Это по умолчанию этого нет. По умолчанию оно выключено. И тогда он скажет, что нельзя выполнять, потому что у нас нет группировки по B. Но в общем случае он выполнится, и в B попадет случайное значение B. Ну, первый попавшийся. MySQL такая, что по максимуму стараться исправить запрос всеми средствами. Да. Выдавать ошибку как можно реже. То есть приложение должно выдавать результат, который похож на правду. Всеми правдами и неправдами. Он может быть некорректным, он может быть странным. Но он похож на правду, значит, все хорошо. Это общая политика MySQL, то есть и сейчас потихонечку идут подвижки на тему этого, на тему ухода от этого. Они кучу всяких дополнительных, ну, кучу проверок включают по умолчанию. Например, сейчас в последней версии 4.7 в случае, если идет переполнение, мы получаем ошибку. До этого это по умолчанию было выключено.
Вот. Only Fool Grow By, я, к сожалению, не знаю, включен сейчас по умолчанию или нет, я не проверял. Раньше был выключен. То есть они включают вот эти проверки по умолчанию, чтобы ошибки, которые отлавливаются на этапе разработки, ну, которые можно отловить на этапе вот выполнения запроса, были действительно, провоцировали ошибки, а не тихую порчу данных. Postgres можно это выключить? Что? Проверка. Нет. Нет? Нет. Если вы запихиваете в Postgres некорректный запрос, он говорит, что этот запрос некорректный. В принципе, это разумно. То есть исправить запрос, чтобы он стал корректным, несложно. Но в случае, если у вас в результате вы ожидаете, что ну, B, группировка идет и по B, но просто забыли ее включить снизу в B, ну, в grow by, то обнаружить эту проблему становится гораздо сложнее. То есть у вас получается какая-то неочевидная ситуация, и оно выглядит очень похоже на правду. То есть вы будете видеть запрос, который очень похож на то, что вы действительно ожидали увидеть. Похож, но не такой.